2 сентября 2023 года, второй оборот, огурец мадрилены, полностью вся теплица мадрилены, вот так вот они уже себя чувствуют, дней 30, наверное, с момента высадки, огурчиком даже меньше чуть-чуть, вот такие вот они хорошо цветут, вот так-то уже есть огурчики, уже первые кушали, сейчас вам покажу. Проводились обработки от пернаспороза акробатом. Было две обработки. Удобрения были. Вот они красивые какие огурчики. Это мадрилены от семенис. Вчера еще обработали фолиар калийный. И карбамид по листу побрызгали. И натурамин. Антистресс, так сказать, он будет у нас. Потому что у нас погода пасмурная, дожди каждый день. Солнца нету, это сегодня первый день солнечный. Потеплело, ночами прохладно, плюс 10. Вот так себя огурец чувствует. Сейчас он без пернаспороза, что очень-очень радует. Всем хороших урожаев, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, побольше комментариев.